Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида. Сегодня снова с вами Надежда Эггерс. Я риэлтор в Орландо и пригородах, вся центральная Флорида. Сегодня я хотела вам показать не очень большой дом. Я внутри вам расскажу, потому что ветрено. Внутри расскажу все параметры дома. Единственное, что я хотела сказать, что это новая конструкция 2019 года. Еще никто не жил в этом доме. Вот его закончили и выставили на продажу. Давайте пройдем, посмотрим и обсудим все детали внутри. Да, совершенно новая постройка, пахнет новенько. Район, опять-таки, тоже район наш излюбленный, где мы только что недавно снимали кондо, только немножечко как бы вглубь района, но все же это рядом с даунтаун Орландо, это район Метровест, сабдивижн называется Ола Виста. Честно говоря, район не фешенебельный, далеко не фешенебельный, но здесь большая земля, и, скорее всего, в скором соседние дома тоже купятся, снесутся и будут строиться вот такие новые дома, потому что на этом месте когда-то стоял очень старенький дом, который был под снос, его снесли, огромная земля. Так, давайте я скажу, значит, в этом доме 1432 квадратных фит, это 133 квадратных метра. Три спальни, две ванны, но цена за такой новый дом в центре, можно сказать, в центре, рядом с Орландо, рядом с городом, тоже инфраструктура здесь, тоже все это есть, та же самая инфраструктура, которая была в кондо, я не буду рассказывать, вы можете пойти посмотреть то видео, то есть совершенно развитая инфраструктура этого района, и цена за этот дом 279 900. Вы просили подешевле? Мы просили подешевле. Вот, посмотрите. Вот вам подешевле. Пусть район пока не очень, но он будет расти. Вот, 270 900. Самое главное, но HOA. Это то, что вы просили. Дом подешевле, но HOA и нет CDD. CDD это, я уже объясняла раньше, это практически то же, что HOA, только государственное. Это Development District. Вот. То есть бывает иногда HOA пониже, CDD повыше, или бывает CDD пониже, HOA повыше. Это когда в районе инфраструктура развивается. Но здесь нет ни HOA, ни CDD. Налог, вы знаете, сейчас стоит очень маленький налог, его такого не будет, $354. Я вам скажу почему, потому что это дом новый, mm-hmm. и у него он не был еще в новом налоговом отчете, вот в новом налоговом периоде, да, периоде. Вот, то есть настоящий налог на этот дом выйдет только после января 2020 года, ну приблизительно, ой, 21 года, да. Да, а приблизительно это будет, я уже думаю, жизнь летит, 20-й год пролетел, как мгновение, mm-hmm. можно сказать. Но приблизительно я посмотрела дома, которые в округе, здесь налог будет приблизительно 2,5-3 тысячи в год mm-hmm. за такой дом. Что еще? Так, школы. Школы здесь две нормальные школы. Одна вообще хорошая, Олимпия High School. Очень хорошая, ну, в моем понимании. Гота тоже, по-моему, она семерка. Она хорошая, да. Гота Middle School. Я знаю людей, у которых сюда ходили дети. И она, ну, средняя. Она неплохая, но как бы не самая шикарная. Вот Elementary School. Я бы, наверное, все-таки другой дом выбрала, если у вас дети... До 9 лет, да, по-моему, элементарии. В общем, если у вас дети от 10 и старше, то, в принципе, вам этот район, этот дом, эти школы, они подойдут. Что я еще не рассказала? Наверное, все рассказала. Пока я подумаю, что еще добавить. Давайте посмотрим дом. Я его сама еще не видела. Первый раз зашла. Да, сейчас первый раз здесь все видела. Здесь такой открытый какой-то такой концепт. Mm-hmm. Все открыто. Мне нравится. Открытый план. Я бы здесь поставила такой большой остров. Остров, да. Остров здесь как будто бы не хватает. Я бы его прямо так поставила, какой-нибудь очень хороший большой остров. Угу. Здесь
Скорее всего, да, здесь столовая, и здесь уже гостиная. Так, гостиную сейчас покажем. Так, вот здесь гостиная. То есть на 1432 квадратных фит они, в принципе, хорошо распланировали. Такое как-то открыто и чувствуется побольше даже пространства, чем да. Вот я сейчас вот так вот в стороне все сниму. Можете убегать, все равно не убежите от меня. Вот, посмотрите, да, достаточно нет. Просторно. Холодильника нет, они, видимо, решили не ставить, все-таки не покупаться. Угу. Ну, вообще, вот фурнитура хорошая. Слушайте, я считаю, смотрите, с доводчиками. Да. Сами закрываются. Вообще, вот эти фасады деревянные. Да, дерево. Такие хорошие. Все, в общем, новое. Все новое. Давай, да. Там даже не лежат на стопсе. Угу. Это давайте. Для круп и так далее, называется пантри. Да, кладовочка, купите. Угу. Кладовочка для... Вот, плант, кладовочка. И посудомоечная машина. Пожалуйста. А посмотрите, не план ли это дома? Слушай. А? Вот и сними как раз. Ага. Я давайте вам сканирую, честно да, говоря. Да, да, да. Сканирую. Давайте, мы вам покажем в конце видео. Да, смотрите, ребята, здесь они молодцы, оставили все планы. Они оставили сюрвей, это замеры лота и так далее, ну, участка. Оставили все разрешения с каунти, пермиты и так далее. Здесь есть, я вам попозже вышлю, планировка дома. Вы часто спрашиваете, вот здесь вот такая планировочка, можешь быстро ее снять, я вышлю тебе фотографию. Угу. Да. Вот. Так что, да, все это они здесь оставили. Это очень полезная информация. Во многих домах такую информацию не найти, если дома как бы не новые поставки. Да, кстати, да. Вот. Давайте, может, пройдем. Я так думаю, что мастер-бедрум будет в той стороне. Ага, проходим. Да. Мы еще здесь не были, не знаем, где что. Вот с вами идем, будем смотреть. Так, вот это, скорее всего, мастер-бедрум. Достаточно вместительная. На полах здесь плитка, что радует. Даже ковролина нигде нет. Так, здесь у нас что? Гардеробная. А, здесь две гардеробные. Да, для мужчины и для женщины. Ну, или как там бывает, по-разному. Дальше, значит, у нас душевая и, соответственно, туалет. Вот душевая. Ну, тоже так все прилично даже очень. Ну, заходите, проходите. Просторная душа. Да. Не всем нужна ванная, нам тоже она не нужна, в принципе. Вот здесь, как положено, две раковины. Мы режо. Идемте дальше. Угу. Видела, Надя, тут аж две гардеробные раздельные. А, положено, да, как... хорошая находка. Надо брать. Можно сказать, да. Ага. Слушайте, надо было в таком маленьком доме еще две гардеробные сделать. Вообще. Так, что у нас там дальше? Да. Кстати говоря. Здесь у нас. Так, вот одна комнатка. Это детская или можете сделать, да? Как вы хотите. Да, это две гостевые комнаты. Может, детская, может быть, офис. Если да, кстати, офис часто делают с выходом на передний дворик. Mm-hmm. Ага. Тоже здесь есть гардеробная небольшая. Такая. Пожалуйста. Вообще, как бы это считается спальня. Вот, видите, гардеробная есть. Проходим дальше. Вторая спальня. Вторая спальня. Угу. Так, вот такая вот. Тоже здесь гардеробная имеется. И они делят вот туалет и ванную. Так, дальше. Давайте, проходим дальше. Давайте посмотрим двор. Земля здесь большая. Угу. Проходите сюда. Земля здесь достаточно большая. 0,16 акра. Это на самом деле для города. Это не где-то в
либо на ферме, да, то есть это достаточно большая земля. Ну да. Из-за этой близости к Орландо земля здесь будет подниматься в цене достаточно скоро. Смотрите на этот лот. Травку, конечно, постричь нужно, но так как в доме никто не живет, естественно, траву сейчас никто не занимается. Но пока да, видите, лот очень большой. Сейчас с этой стороны я вам его еще покажу. Вот так. Вы от меня не убежите. Все. Еще давай вот там заглянем. Да, давайте. Давайте заглянем, посмотрим, что там у нас есть. А, ну, в общем-то, счетчики у нас здесь стоят. А что еще? Электрические. Конечно, здесь да. Ну, в общем-то, окна, вижу, окна и соседи. Не вижу нет кондиционера, который outside, наружная система. Что тут с этой стороны? Да. Здесь стоит система кондиционера и тоже такой. А, кондиционер. Еще часть двора. Угу. И вот, посмотрите, это манговое дерево у соседей имеется. Правда, манго пока нет. Это манго? Да. Точно? Да, мама сказала. А она еще тот садовод. Именно. Выращивала тоже манго, да? Да. Ну так. Ну что, мы посмотрели весь дом? Одноэтажный, правильно? Да, одноэтажный. Все, мы все посмотрели, конечно. 1400 квадратных футов, все. Быстренько обошли, да. Ну что, в плюс вообще этого дома, это что он хорошо распланирован и то, что он новой постройки. Так что. И не, относительно недорого. Ну, да? На самом деле, да. Такой дом, если поставить... В этом как бы место. Есть тоже Виндермир или да. Гарден, который вот мы смотрели. Mm-hmm. Все говорили, фу-фу, какая цена, и чуей. Вот, просто вот реально нет и чуей. Очень редко, когда оно HUA, это в каком-то очень хорошем районе, но все равно не будет цена такой, то есть цена будет, естественно, намного выше. Ну да. Гараж. То есть... Гараж мы показали, давайте гараж покажем, точно, точно. Да, обязательно. Я отпустила. Да, гаражик на одну очень большую машину. Да, на одну машину, но он оверсайз. Большой, да. Большой гараж. Да, и гаражный нагреватель. Угу. Ну так, вот так. Вот еще можно что здесь найти в этом доме. Какой вместительный дом. Ну, дорогие друзья, мы реально пытаемся найти по всем вашим запросам, потому что мы читаем ваши пожелания, мы читаем ваши вопросы. Мы пытались сегодня таунхаус показать, потому что несколько раз был запрос на таунхаус, но мы туда не попали, там неувязочка получилась. Предыдущий агент, видимо, не оставил ключ. Замок был пустой, ключа там не было, специальная коробочка. Вот, мы вам его покажем обязательно в следующем видео, постараемся. Вот, но, естественно, мне тоже самой приятно ходить по миллионам, двухмиллионным домам, но мы пытаемся просто показать, по мере запросов, то, что вы спрашиваете, мы пытаемся найти именно то, что вот включено в ваши запросы. Например, там маленькая цена, но HUA там, и чтобы хотя бы какие-то школы были, вот вам, пожалуйста. Пусть у соседей там лодка стоит во дворе, но, скорее всего, тот дом тоже скоро купят, снесут и поставят такой же новенький. Но спрашивайте еще вопросы, мы постараемся вам найти и пошикарнее дома. Кто-то в прошлый раз просил, да, за 2 миллиона. Возможно, да, будет такой у нас. Да, я сейчас работаю над одним домом. Сейчас, на самом деле, честно говоря, не очень легко попадать, в принципе, дома, особенно как бы со съемочной группой из-за ковида. Редко там пускают только покупатели, если ты уже пришел там с мешком денег или уже с письмом от лендера, да, только в таком случае. Так я работаю еще над очень хорошим домом. Если нас туда впустят, я буду очень рада. Я тот дом уже видела со своим покупателем. Хочу, чтобы вы посмотрели. Но на этот раз я с вами прощаюсь. Спасибо вам огромное, что вы смотрите эту передачу, комментируете. Пусть хорошее, плохое, но комменты все равно, они всегда должны быть. Мы все слушаем, мы читаем, услышим вас.
Вот, так что давайте до скорой встречи. Пока. Пока-пока. Ребят, я хотела еще добавить кое-какую информацию. Я ее совсем пропустила, забегались. В общем, я посмотрела кредит приблизительный. Если вы не берете foreign national как иностранец, я просто говорю местный кредит, и вы покупаете это для себя как резиденции, и 5% первоначальный взнос и приблизительно 2,75% ставка, то кредит будет выходить приблизительно в $1000, 1100. У меня получилось 1061, но, естественно, я это рассчитываю на... у лендеров свои расчеты, свои формулы, да, я это рассчитываю на веб-сайте. И, кстати, я хотела сказать, что аренда такого дома может быть 1500. Угу. Поэтому я считаю, что... Можно навариться. Да. Нет, подождите, мы, конечно, не учли, что еще в ежемесячный платеж войдет 2,5, это не будет ежемесячный, разделить на 12 месяцев, да, то, что налог будет 2,5, но и чуей, но по-любому здесь еще можно как бы получать какую-то прибыль, если вы будете сдавать, просто дом сдавать. А если вы будете такой дом снимать, то вы будете платить дороже, чем вы будете платить свой кредит. Все понятно. Вот это хотела добавить. Все, теперь точно пока. Да, теперь точно пока. Какой ты красавчик. Очень красивый. Ой, улетел.